Давай. Так, подожди, метку поставлю. Попу вот сюда поставлю. Сколько тебе километров ехать? А я не знаю, где смотреть-то. Над картой у тебя пишется точка, и там 20... Нет, а на самой карте. Не, блядь, нет, меня, за рулем маршрут... когда-то. Потом, короче, я туда точку поставлю, у меня маршрут изменился из-за этого, сука. Да, блядь. Да, да, хорошо. Хорошо. Все, я поехал. Так, как и планировалось. Бля, вот где, ой, вечереет. Вот и притормаживаю. То есть, если ты летишь на большой скорости, они на встречке в повороте. По-моему, они притормаживают. Конечно. Тормозят они никогда. Ах ты, блядь, тормозят. Вот я въебался в одного. Сука, впервые за всю поездку. Бля, там мост какой-то справа, ну куда это тут сейчас за дорогу там. Нам бы в Сан-Франциско доехать. Заходите в Сан-Франциско. На мост. Да это понятно, бля. Слушай, я где-то залипну тут ненадолго. А, это железная дорога. Фак. Ну ладно. Сколько тебе километров осталось до точки? Сейчас. Интересно, я до полуночи успею доехать, давай побегать. Мне осталось 17 километров. Я не вижу, где ты пишешь. Ты говорил вверху экрана, но у меня первое пишется... От карты, ёбать, блядь. Почти сколько пишется? А, 9 км, 10 км. 9? Ну почти 10, уже 9,5. То есть ты ехать меньше, чем мне. Два раза. Так, пока по прямой. Ай-яй-яй! Вторая авария. О, я по этим еду. Все, я... ехал. По песчанику сейчас буду гнать. Я в такой красивый место приехал. Ах. Вот такой туман на дороге.
блядь. Я не верю, что это Ubisoft сделали. Твои друзья в сети. Может, они хотят присоединиться? Может быть, Ubisoft локализатор всего лишь навсего? Верно. Может, на Ubisoft это вообще не похоже. Я уже вижу Вегас. Окей. Или это аэропорт, я так и не пойму. О, да, здесь гоняться. Замать. Я сейчас максималку разобью. Я кончаю от этих пейзажей. Я по соленому озеру еду. Пока, товарищ. Да какая максималка? Не знаю. Сейчас 200 с лишним иду. 220. 280. 225. Уах! Я в какой-то город доехал, так торможу. Вот это место вообще охуенное. Не зря там маршрут выбрал. Так, говоришь, Дендро... Б2 пролетел надо мной. Кто? Кто пролетел? Без... этот, невидимка, который. Блять, ну и GPS. А? GPS, говорю, как всегда, чудо науки, или как еще назвать его. Он не маршрут так проложил, что охуеть. В принципе, все правильно до Лас-Вегаса, только перед последним кварталом, перед остановкой, он не почему-то во дворы решил завернуть, а потом снова на шоссе выехать. Так ты уже в Вегасе почти? Да. Я тоже.